Всем привет, с вами Маша Маева, и сегодня мы будем делать левитирующую пирамидку. Для этого нам понадобится, чтобы ты подписался на мой канал, а ты, девочка, поставила мне лайк. А на самом деле нам нужно 3 вилки, 3 ножика, 2 вилки, 1 зубочистка, можно с мятой, можно без, 3 стакана и 1 бутылка с водой, тяжелая. Поехали. Так, нам надо первое, расставить стаканы. Как треугольник, отлично. И положить ножики так, чтобы каждая держала друг друга. Друг друга. Короче, чтобы ножики взаимоопирались. Так, я не помню, как это делается, но мы сможем. Воу-воу-воу-воу. И вот это вот так. Ребята, у меня не ушло на это много времени. Теперь ставим бутылку. Мой мизинчик. Попытка номер... Номер 3. Как я это сделала? Отлично. Теперь самая сложная часть. Нам надо соединить две вилочки так и вставить зубочистку. У нас их много. Я такая, фиг, еще чуть-чуть попытаюсь. Отлично, тихо. Я тут, я сделала это. Еще вилочка. Куда ее? На нос. Они сейчас заденут друг друга. Она соскальзывает. Если в школе вам рассказывали, как это делать, напишите в комментариях, какой закон физики объясняет данное явление. Итак, ребята, чтобы доказать, что это не фейк, мы уберем один ножик. Поехали. А с вами была Маша Маева. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!